Расширили проезжую часть, готовятся укладывать верхний слой асфальта. Ремонт межквартальной дороги в микрорайоне «Горизонт» краевой столицы закончится к концу сентября. Работы идут на двух участках – по улицам Космический проезд и проспект Целковского, улица Академика Курчатова. Ход работ контролируют краевые депутаты. Проезд приводят в порядок в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Депутат Законодательного собрания края Дмитрий Тимофеев подчеркнул значимость ремонта этих участков, отметив, что на их ненадлежащее состояние неоднократно обращали внимание жителей микрорайона. Тут станция переливания крови, практически весь микрорайон, она такая межквартальная, связан. На крайнем отчете она тоже звучала, но она на всех звучит. И очень благодарен коллегам, что приоритетность ее они поставили. На ремонт двух участков дороги направлено около 190 миллионов рублей. Первые дополнительные работы, конечно, появились. Плюс там еще есть ряд моментов, сейчас тоже обсуждаем так, чтобы это до сентября получилось сделать, все виды этих работ. Но, тем не менее, мы сегодня уже видим, что работы сделано много, делается все капитально, и ливневка есть, и там, где сделаны вот в начале ее, напротив суда, там благоустройство уже проведено, где-то озеленение частичное. Работы выполнены почти на 70%. Расширена проезжая часть, идет подготовка к укладке верхнего слоя асфальта, завершается установка гранитного бордюрного камня, обустраиваются пешеходные дорожки и примыкания. Также в рамках проекта планируют высадить около 250 деревьев. Работы должны закончиться до 30 сентября. Депутатский контроль на объекте будет продолжен. В следующий раз проверка пройдет, когда проведут работы по обустройству примыканий и озеленению. Напомним, система депутатского контроля за реализацией национальных проектов действует на Камчатке уже 5 лет. Благодаря этой работе органами исполнительной власти, Общественной палатой, Общероссийским народным фронтом выявляются возможные риски в ходе работ.